Глава Агентства национальной безопасности США Кейт Александр выступил в защиту своего ведомства, признав факты сбора информации об иностранных политических лидерах, в том числе европейских союзниках Вашингтона. Вместе с тем, отвечая на вопросы членов Комитета Палаты представителей по разведке, Александр отметил, что и другие страны делают то же самое. Источники полученной нами информации включают и официально собранную АНБ по своим каналам, а также предоставленную АНБ иностранными партнерами. Чтобы быть предельно ясным, отмечу, это не та информация, которую мы собирали о европейских гражданах. Генерал Александр назвал появившееся в европейской печати сообщение о слежке за миллионами французов, итальянцев и испанцев, не соответствующими истине. Но европейцы ждут разъяснений. Разоблачение Сноудена, похоже, нанесли удар по доверию союзников. «Никогда не следи за своими друзьями», — сказал член Европарламента немец Элмар Брок. «Все относится к шпионажу, как мы понимаем его в целом, будь то разведка со стороны посольств или в отношении лидеров стран, политиков или что-либо еще, что не соответствует согласованным действиям. А когда дело доходит до прослушивания обычных граждан, это просто неприемлемо». Депутаты Европарламента не сидят сложа руки. Его представители прибыли в США с трехдневным визитом, чтобы обсудить влияние программ слежки на основополагающие права граждан ЕС.